Кишоп – магазин золота, премиум аккаунтов и танков для ВОД. Моментальная доставка покупок на ваш аккаунт. Большая вероятность выиграть танк. Не веришь мне? Смотри, как блогеры проверяют танки Шоп на YouTube. Здравствуйте, друзья, с вами Маракаси, вы смотрите рубрику «Самые эпичные выстрелы вслепую», ну или просто блайнды. Итак, первый выстрел произвел игрок на ФВшке, он уничтожил флоу ТВП, противник заставился на очевидном месте, за что и получил по щам. Почаще туда блайндите, друзья. Далее ОИ попадает тут под обстрел, светит его вражеский светляк. И он догадался, где он находится, стрельнул туда и забрал светляка, но, правда, хп все равно ОИ потерял крайне много. Далее у нас ОИ забирается на вот эту вот горочку, для того, чтобы лучше простреливать врагов, но никто из врагов не светится в круге отрисовки, зато за ним видно ПТ-шку, и игрок, недолго думая, забирает ее по указке. Весьма, по-моему, грамотный выстрел. Далее КВ-2 встает на захват и просто по указке стреляет по вражеской базе, там, где светился противник на елке. И получается действительно его ликвидировать. Выстрел был не лишним, так как враги могли выиграть, а теперь шансов у них мало. Итак, далее ИС-3. Забирается тут в город, едет пострелять он по кишке, вдалеке светится ОИ, и начинает наш герой обстреливать его. Сначала ОИ светился, но потом он все-таки пропадает из-за света, хотя такая вот громадина, тут просто стреляешь примерно в то место, где она последний раз светилась. Ну и ИС-3 так и сделал, два раза он выстрелил и забрал японца. Ну, не так-то и просто было попасть, все-таки ОИ тоже старался там выжить. Следующий момент произошел на тяжелом американском танке Т-34. Игрок в движении без сведения стреляет в куст и уничтожает статиста, взрывает ему боеукладку. Вот такая вот кара. Т-49 долго в начале боя ждал засвета и решает он выстрелить в куст, в итоге чисто случайно попадает в артиллерию и уничтожает ее. Ну, мне кажется, в первую очередь тут стоит отметить удачу игрока. Далее у нас Т-49 на карте Париж замечает противника на MX-1375. И враг очень неграмотно, долго стоит на одном месте, игрок успевает свестись за это время, но не попадает он по светляку и в итоге случайно убивает артиллерию. Чариотир в начале боя засвечивается и получает нехилую плюху от артиллерии, теряет кучу своей прочности и решает он отомстить арте за такой нелегкий подарок судьбы. Стреляет он в то место, где часто стоит арта, и действительно ликвидирует ее. Вот что делает ненависть к артиллерии с игроками. Они просто превращаются в профессионалов и вслепую уничтожают врагов. Гриз-15 выцеливает место, где предполагался противник, и действительно удается уничтожить Центриона Action X. Следующий выстрел произвел ИС, который спрятался тут в кустах. Я не знаю, как это у него получилось, хотя все-таки стоит отметить, что засвет раньше тут был, поэтому он, видимо, по указке выстрелил. Даже красненький ИС по стати может сообразить вот такой вот финт и уничтожить противника. Ну, долго игрок сомневался, стрелять или нет, и все-таки забирает врага. Ну, можно ему похлопать за это. ОИ едет в атаку, тут засвечивается, и, естественно, никого из противников не видно, все попрятались. Но ОИ парень такой смышленый, стреляет с вертухи и уничтожает вражескую ПТ-САУ. Не знаю, мастерство ли это, или все-таки удача, хотя статистика о многом говорит в данном моменте. Далее у нас КВ-2 засел тут в кустах и ждет засвета.
Ну, все-таки засвет может там долго не быть, и игрок берет инициативу в свои руки и уничтожает Джексона. Далее у нас Т-43 уничтожает вражеского светляка, который светился на самом деле в начале. Ну вот, еще раз давайте посмотрим этот момент. То есть игрок сначала не стал стрелять, а потом вслепую выстрелил все-таки в этот куст. И не прогадал, уничтожил китайский ЛТ. Т-49 забрался тут на гору и начинает отсюда выцеливать артиллерию. Ну, арта светилась один раз в этом бою, поэтому, как вы можете видеть на миникарте, ну, есть ее отметина. И игрок именно по этой информации смог уничтожить арту. Так что, друзья, не забывайте пользоваться миникартой. Крайне важная штука. Можно раздавать по врагам, даже вслепую. Далее у нас Т-10 стреляет по бульдогу. Но первый раз неизвестно, попадает или нет. Решает игрок еще раз проблайндить примерно в то место, где может быть бульдог. И получается действительно его ликвидировать. Т-49 явно попал в затруднительную ситуацию. Против него целых 5 противников. Ну что можно сказать, изи колобанов. Игрок попадает под выстрелы противников и теряет изрядное количество своей прочности. Но напоследок он решает вот так вот ответить противникам, стреляет по базе и уничтожает там врага на ИС-6. Ну, хотя бы вот так вот смог в конце боя отомстить врагам. Далее у нас АМХ-31 прототип стреляет по Т-71. И уничтожает противника, который пропал из-за света. Ну, тут нужно всего лишь было правильно взять упреждение. И все, в общем-то, получилось. КВ-2 понял, что в этих кустах стоит какой-то разведчик. И нужно его как можно быстрее устранить. Игрок стреляет и уничтожает Кромвеля. Ну, отличная смекалка, молодец. Сделал все совершенно верно. ТВП в начале боя стреляет по месту, где предположительно находится противник. И он действительно забирает его. Это был ТВП 10 уровня. По-моему, весьма удачный выстрел. Ёлка в начале боя стреляет по указке, по Дикермаксу, но случайно забирает артиллерию. Вот так удача. Прокачана, видимо, на максимум. Далее у нас черный бульдог решил прорашить тут по острову, засвечивает КВ-3 и стреляет по противнику. Ну а случайно забирает елку, которая стояла рядом и, видимо, потешила. Ну вот, да потешилась. КВ-2 поехал в начале боя отстреляться по кишке. Он засвечивается и, конечно же, сразу попадает под обстрел врагов. Но игрок оказался таким довольно-таки интересным человеком. Он стреляет и уничтожает ПТ-САУ на Схорна. При этом выстрелил он в такую, ну, не совсем-то и типичную позицию. То есть еще пойди догадайся, что там кто-то был из врагов. Т-49 стреляет по ВЗ-111. Но случайно попадает по артиллерии. Меня радуют такие выстрелы, потому что вроде бы не попал по тому, кому целился. Но тут раз, такая удача и облегчение, что хоть по кому-то попал, и радость. Это, по-моему, очень даже забавно. Т-49 стреляет по стандартной позиции и уничтожает ПТ-шку. Ну что тут можно сказать? Друзья, стреляйте почаще по типичным насиженным позициям, и поверьте, будет в этом толк. Да, возможно, вы не сразу же научитесь блайндить, хотя кто знает, но со временем это у вас начнет получаться, я думаю. Итак, на этом все, друзья. Спасибо за просмотр, желаю удачи, пока!